Все проверили. Сейчас проверили цепочку. Цепочку документов. Вот. Что еще? Поднимают кузов. Ну, все проверяют. То есть, вот, например, наглядный пример. Приехал клиент с супругой. Сразу же взяли билет. В 9 я их забрал с аэропорта. В 16, в 18 часов заберу обратно. Номера сверили по машине. Теперь договора купли-продажи еще раз перепроверяем, подписываем, оплачиваем. Деньги видим. Водитель остается здесь, водитель их. Водитель сегодня остается, если они сегодня улетают, да. До их вылета мы еще страхуем машину в ОСАГО на 20 дней. Вот, ну и все. Все. И тут все, как раз водитель ездит, проверяет, чтобы там ничего не подтекало, заводилось быстро. То есть мы поняли, что там, ну, где как, с каких патрубок течет, не течет. Он сейчас еще раз поднимает кабину. Вот такая вот проверка. 65-20 14 года. На турбину, 400 лошадей, Common Rail. Коробка ZF-16, мосты камазовские. Вот как-то так.